подробности поступления оплаты за тепло и горячее водоснабжение по городу Нефтекамск на сегодняшний день имеются. Из 10 управляющих компаний 8 организаций не исполняют представленные графики погашения задолженности. Основная часть неплатежей приходится на долю управляющих компаний и ТСЖ. Это порядка 230 миллионов рублей. Остальные долги ложатся на местный бюджет. В число должников перед БАШ-РТС попали ООО «ЖХ», управляющая компания «Наш дом», ООО «Интеграл Ремсервис», жилищный кооператив имени 50 лет БАССР, ООО «Энерго», «Ремжилстрой», товарищество собственников жилья «Маяк». При этом представитель теплосети подчеркнул, что высокая сумма задолженности не повлияет на подготовку к отопительному сезону. На данный момент все работы ведутся по графику.